Обычная выпечка может быть красивой. Это доказали известные всем изделия «рогалики». Вроде бы ничего сложного, но всегда ждешь сюрприза внутри. А если начинка оригинальная, то радости будет вдвойне. Недавно, например, я узнала, как приготовить рогалики с фундуком. В детстве, помню, были в магазинах варианты только с джемом, но надо же идти на эксперименты. Тем более, что сочетание оказалось вкусным и даже изысканным. Начинка просто тает во рту и не слишком сладкая. Тесто приготовим классическое дрожжевое. 1. Для начала приготовьте тесто. В слегка теплом молоке всыпьте дрожжи. Затем к ним добавьте соль, сахар, масло кусочками, яйцо. Все перемешайте. Постепенно введите муку. Замешайте тесто руками. Оставьте его на 30 минут при комнатной температуре. 2. Пока займитесь начинкой. Орехи измельчите. 3. Перетрите их вилкой с мягким маслом и сахаром. 4. Подошедшее тесто разделите на две части. Каждую раскатайте в круг и разрежьте на 8 частей в виде треугольников. На широкий край уложите начинку. 5. Сверните рогалики, начиная с широкой стороны. Сверху выложите остатки начинки или просто еще немного фундука. 6. Переложите изделие на противень с пергаментной бумагой. Оставьте их еще на 30 минут при комнатной температуре. 7. Выпекайте рогалики 8-10 минут при 225 градусах в духовке. Приятного чаепития!